дальше провожать не будем. Тебе уже 18-й. Начинается твоя самостоятельная дорога жизни. Может быть, не всегда будет она перед тобой гладкая. Мы с матерью дали тебе крепкого помощника. Здоровье! Да гляди, какое! Видал? Прямо-таки, ну, железное здоровье. Ты уж его береги, а оно всегда выручит. Ну, сынок, ступай. Да что вы, товарищи, учиться и работать трудновато. Давай, давай, со мной не пропадешь. Поздравляю, инженер,
Это твоя заслуга. Что ты? Это мой долг. Не знаю, как и благодарить тебя. А вот так. Делай. Раз. А теперь бегом. Не пью. На выполнение. Переуполнение. Ну я еще по одной. Угощаю. Нет. Не пей. Ваше здоровье. Пить за мое здоровье? Ну и так железное. Видел? И ничего ему не делается. Мое здоровье. Все, выдержит. Дороже всего. Здоров. Хватит! Да провались ты. Хочу и выпью. Готов. А еще спортсмен. Прости меня, дурака. Поддержи только. Не бросай. Я больше никогда. Людей мы любим, как родных, а значит, будем им верны до гроба мы. До гроба мы, до гроба. Холецистит. Энцефалит. Гипертония. Менингит. Хворобы мы, хворобы мы, хворобы. Хворобы. Что? Есть поживо. Человек на дороге. Грипп, инсульт, инфаркт. А нас повсюду говорят. Еще бы, брат. Еще бы, брат. Нам не звонят. Нас не зовут. А мы сами тут как тут. Воробами. Кондрашка, хватай его. Давай, пошли.
Куда ты меня гонишь? К доктору. Кто я? Нет. И курите. Самую малость. Это неправда. Ваше здоровье другое говорит. Ну что ж, плохо дело. Надо всерьез позаботиться о своем здоровье. Доктор, клянусь. Нельзя. Нельзя. Нельзя тебе. Что же можно? Манную кашку. Помоги мне. Вопрос жизни. Я люблю ее. Посиди. А ты меня щадил. Ну, плыви, что же ты? Не могу. Здоровье не позволяет. Подожди! Я сейчас! Вот это тебя сразу укрепит. Легче тебе, а? Эта микстура тебе поможет. Ведь тебе лучше, а? Лучше, правда? Ладно, вот самое верное средство. Простите.
Вы ничего здесь не находили? А? Вы ничего на дороге не находили? Отдайте, говорю. Что вы потеряли? А что вы потеряли? Здоровье. Неужели это... Почему конец? Это как к своему здоровью относиться?